Большое спасибо за донат, человек с никнеймом Бля. Такой никнейм у человек. Слушаем The Smiths, Heaven Knows I'm Miserable Now. I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows... О, ребята, тут все мое любимое. Тут, во-первых, ритм писька-пиписька. То есть, с одной стороны, мега надоевший ритм, с другой стороны, базированный ритм для создания хитов. Но лично я не использую, пока что, по крайней мере, письку-пипиську у себя в музыке. Скучновато. Хотя, вру, используй. Комедийный. Есть тамбуринчик классный такой, подчеркивающий удар малого барабана Снейр. То есть в чем прикол этой песни? Здесь, в общем-то, два аккорда. Ну, там их несколько, их не так много. Казалось бы, ничего суперинтересного не происходит. Но что происходит? Аранжировка, ребята. В аранжировке происходит куча всего, и из-за этого, когда ты сыграешь на гитаре эту песню, будет отстой. А когда она звучит так, все круто. В этом, собственно, и заключается самый гениальный троллинг хороших хитмейкеров, которые, типа, неплохо сводят. Можно ли назвать это... не знаю, турбовокалычем? Ну, тут не супер техника, но все в ноту. А, так я и не помню, о чем речь, так-то пофигу. Нормально, контраст взглядов есть у всех. Плюс еще нужно, ну, то есть, опять же, что обязательно нужно для того, чтобы музыка стала популярной? Мега красивые зеленые глаза. И, собственно, делать вот так вот. Вот прям вот так, вот так. Вот так тоже еще. Ну, в общем-то, вот. Вот так тоже можно. Бас-партия — балдёж, кстати. И бас слышно, прикиньте, ребят. Все, классный трек, который классно сложен, типа, саранжирован, и который в аудио я себе не добавлю. Но, типа, это хорошо, ребята, вот. То есть тут вопрос, с какой вам точки зрения это интересно? Ну, вот с твоей точки зрения как? А с моей это с какой из моих точек зрения? Как звукорежиссера, как просто слушателя... как
аранжировщика, как рок-легенды, как, в общем, вот, видите, в этом вопрос. Типа, ну как, ну, норм трек, хороший трек.